Готовим крем-суп из брокколи. Берем батон или чиабатту, смазываем оливковым маслом с солью и перцем. Кладем сыр и выпекаем 10 минут. Дальше на оливковом масле обжариваем лук-порей. Дальше отдельно обжариваем стебли брокколи, так как они обжариваются дольше, чем цветки. Кладем шпинат по желанию. Дальше сливочное масло. Перемешиваем. Кладем муку. Обжариваем все вместе с мукой. Вливаем куриный бульон, можете заменить на воду. Дальше добавляем соцветия брокколи. Кладем соль, черный перец. Доводим до кипения, накрываем крышкой и варим 15 минут. Дальше можно взять несколько соцветий для украшения супа и измельчаем все блендером до однородности. Вливаем сливки, еще раз хорошо все перемешиваем. Суп готов. Всем приятного аппетита, с вами была Дания.